Гранж по-мурмански в исполнении группы «Стереофьорд». Ребята с севера приехали с ответным визитом в столицу рок-н-ролла. Красногорский фестиваль жанровой музыки проходит на Ивановских прудах в непогожий, но все-таки праздничный день города. С самого утра шел дождь, у нас носило палатки, чуть не улетела сцена и вообще всякое разное. Мы стояли вот так вот и думали, вообще придет хоть кто-нибудь. И сейчас вот они наконец-то начинают собираться, их все больше и больше. Сначала у сцены стояло 20 человек, потом вдруг 70, потому что мы взяли новую группу в новую волну рок-стори. Это первая ступенька рок-стори, новая группа рок-стори, называется «Авангардисты». Это молодые ребята, 16-19 лет, и у них огромный фан-клуб. И это прям весьма неожиданно. И этот весь фан-клуб стоял и днем размахивал фонариками. Было очень смешно. Несмотря на капризы природы, организаторы рок-фестиваля прогнозируют 7 часов музыки и 11 групп участниц. Спофч и Full Madness – не комплект и не формат, Олег Рощин и не только. И, как всегда, есть хедлайнер. Это План Ломоносова, очень интересная группа, не знаю степени популярности, но я их слушаю, по крайней мере. И мне они интересны. В принципе, весь этот движ вокруг сцены, тусня нереальная. Люди меняются просто от группы к группе, приходят разные люди, разные контингенты. Это здорово на самом деле. От молодежи до стариков, и всем это интересно. Круто. В ожидании московских панков слушатели наверняка открыли для себя что-то интересное. Недаром Красногорск – столица рок-н-ролла вот уже 4 года из 80 с лишним.